Привет, друзья! С вами Олеся на канале «Готовим дома». Пасха уже совсем близко, и когда я думала, каким новым рецептом я могу вас порадовать, придумался у меня вот такой салатик по мотивам салата «Гранатовый браслет». Я назвала его «Пасхальное яйцо». Такое яркое, вкусное и красивое пасхальное яичко станет украшением вашего праздничного стола. Это очень вкусный, нежный и простой салат с курицей и грецкими орехами. Ну что, попробуем приготовить? Сначала приготовим курицу. Куриное филе ополаскиваем прохладной водой, обсушиваем, солим и перчим с двух сторон. В сковороде разогреваем растительное масло, кладем филе и обжариваем около 1-2 минут на сильном огне с одной стороны. Переворачиваем и жарим еще примерно 2 минуты с другой стороны. Огонь должен быть сильным. Ставим сковороду с куриным филе в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 7-10 минут в зависимости от размера филе. Вот такая румяная курочка у нас получилась, при этом очень сочная и мягкая, с ароматом шашлыка. Остужаем филе и нарезаем кубиками. Выкладываем курицу на блюдо первым слоем. Солим и перчим по вкусу. И по вкусу смазываем майонезом. Следующий слой у нас тертый сыр. Тоже смажем этот слой майонезом. Грецкие орехи рубим ножом, не очень мелко, и выкладываем следующим слоем. Вареные яйца разделяем на желтки и белки и натираем их в разные миски. Выкладываем желтки следующим слоем на орехи. Солим и перчим по вкусу и смазываем майонезом. К тертым белкам добавляем соль по вкусу и майонез. Хорошо перемешиваем. И покрываем белками салат. Хорошо выравниваем поверхность. Еще немного смазываем поверхность салата майонезом. И покрываем зернами граната. В центре я оставила небольшое овальное отверстие в форме яйца. Подкрасила майонез каплей красного пищевого красителя и написала ХВ – «Христос воскресе». Если не хотите использовать искусственные красители, можете добавить немного свекольного сока в майонез. Цвет получится, конечно, не красный, но зато натуральный. Также надпись можно выложить зернами граната. Смотрится салат очень празднично и нарядно. Хочется вокруг него хороводы водить. А как он нравится детям! Кроме того, что пасхальное яичко красивое, салат еще и очень вкусный. Нашей семье очень понравился. Сказали, что курочка в салате особенно вкусная. Обязательно приготовьте его, а ваши впечатления я буду ждать в комментариях. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Делитесь с друзьями в соцсетях. И еще я рекомендую вам подписаться на канал и поставить колокольчик рядом с кнопкой «Подписаться». Тогда вы будете получать уведомления о всех моих новых рецептах. А мне всегда есть чем порадовать вас, друзья. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Скоро увидимся. Пока-пока.